Значит, взяла я эти панталоны, Селин, брюки. Сейчас будем идти обратно. Я так подумала, что все-таки могу даже и с этой рубашкой надеть, то есть с этой блузкой белой, кружевной. Посмотрим сейчас, чтобы уж не возвращаться обратно домой, там все такое. Было бы классно еще и туфли черные Валентино, но я их, если завтра поеду в Венецию, возьму их с собой в Венецию лучше. Сейчас быстренько пробежимся, что происходит в шопинг в центре. Сейчас уже 3 часа. Мелисса заснула. Подождем, когда она выспится 3 часа, так как она немножко насморк имеет. Пусть спит. Потом вечерочком выйдем с ней. Она такая любительница спать. Вообще, смотрите, как чисто здесь. Все закрыто. В 3:30 откроется. Какое небо голубое. Вот это вот Лацари. Помните, в прошлом году был пальто было для студенток. Такое розовое яркое пальто было. Абунданте. Оверсайз. Я так хотела купить. Там всего 220 выходило за 50%. Ой, Фонтана де Мелисса. Сегодня вечером выйдем с ней в центр. Она так любит эту, как и говорит, Фонтана. Так, пробежимся быстро. Может, какие-то витрины поменяли. Без Мелиссы лучше снимать. Потому что после с нею нужен глаз и глаз. Лучше без Мелиссы. Сегодня узнала новую марку COS. Раньше я, например, не знала про эту марку. Не знала про эту марку. И Виктория Портфолио была в таком тренче коротком, типа манто. И она сказала, что это у нее COS. Наверное, новые коллекции. Я посмотрела, но почему-то нету. Онлайн посмотрела. Я даже не знала, что такая марка есть. Это вообще чья марка? Испанская или что? Я не слышала раньше. Так что будем смотреть. Твинсет все то же самое. Как ее называется? И это то же самое, Эрмес то же самое. Посмотрим, здесь витрины, все то же самое. Около Баесато. Многим не понравился этот стиль. Я имела в виду цвета. Цвета очень подходят. Правильно подобрали цвета. Гармонировали. Гармония цветов. Конечно, я тоже. Вот, например, вот такое платье я тоже не надену. Тем более носки на босоножки я никогда в жизни не надену. Хоть это считается модно для молодежи. Но вот брюки так ничего со шляпой. Брюки со шляпой. Вот это вот полупальто, жакет или что это. Из леопардового принта. Ничего так. Красиво смотрится. Но все то же самое, ничего не поменялось. Все, Pink Lady. Pink Lady, ничего не поменялось. Ладно, побежали обратно.
принципе, я хочу еще и быстро сходить в дамскую комнату. Баисата, посмотрим, какой народ собрался. Вообще-то время обеда уже закончилось. Да, когда дети болеют, им надо только высыпаться. Мелисса и без насморка все время высыпается. Здесь музыка. Девчонки, всем привет, всем привет. От Жасминки. Смотрим, какой народ тусуется. Я сейчас хочу примерить кардиган. Посмотрим сейчас. Кардиган белый. Фалконери. Фалконери. Вот этот, который висит, самый первый. Я обожаю все белое. Всем привет от Жасминки, казашки из Италии. Посмотрим сейчас, что я буду мерить. Фалконери, кашмир. Кашмире. Смотрите, какие жилетки всех цветов. С пуловерами. Вот с такими. Всех цветов есть. Новые шарфы, шали. Все, все, все есть. Вот этот вот свитер мне нравится. Всех цветов есть. 100% кашемировый. Вот такие рукава мне нравятся. Есть и кремовый. Как вам нравится, девчонки? Всем привет! Как вам нравится кардиган? Из кашемира напялила мой ремешок с таким широкими рукавами. 100% кашмир белый. Всем привет! От Жасминки, витаминки, казашки в Падуе, в Италии. В Падово. Perché lei era occupata e io ho provato sola. Sì, sì. Questa giubbina dentro c'è piuma naturale. Sì. Non fatti lunghi, solo corti. Solo corti. Ah, bellissima questa. Смотрите, внутри пух натуральный, фалконери. Очень красиво. Questo cashmere, vero? Il capottino, sì. Как мне нравятся вот эти вот свитера из 100% кашмира, вот с такими рукавами в стиле 70-х годов. Всех цветов есть. Вот он еще синий цвет такой же. Но больше всего мне понравились шарфики кашемировые. Все цвета есть. Шапочки. А, континуативо?
И смотрите, про эти свитера говорила, рукава как в 70-х годах. 6 цветов кашмир. Кватрофилы. 4 нити. А, чинкофилы. 4 нити кашмира. Всех цветов есть. Привет! Всем привет! И смотрите, как красиво мне ушили эти панталоны палаццо Селин. Даже с этой рубашкой, с этой блузкой хорошо, с этим ремешком. Ну, чуть-чуть надо догладить, конечно. Я очень довольна. Буду хоть каждый день носить. Всем пока от казашки. Посмотрите, девчонки, еще маскили, какие красивые. Вот этот гьяччо бьянко, си. Красивые, вот этот цвет красный, бордовый. Сайки о филю 35 ани, белиссимо альто, 1,80 м. Мелисса миа непутина, филия ди мио филио унико. Я un solo figlio. Non riuscita a avere altri figli. Ah, questi ancora 70%. Solo questi. Девчонки, смотрите, 70% вот эти всякие жаки, ветровки. Questi bellissimi questi. Che cosa c'è dentro? Piumino. Piumino, смотрите, девчонки. Фудорато, кашмир. А, смотрите, девчонки, внизу фудорато, кашмир, вот это вот. Quanto costa questo adesso? Adesso? Prendo per mio figlio. 199, da 398. Так, 199 евро. 70% scontato? 50. 50. E fino a 70. Questa che misura? Questa è una large, un 50. L, размер L. Классный вообще. C'è solo questo colore, c'è anche altri colori? C'è anche blu e nero. Blu e nero. Девчонки, смотрите, есть синий, есть черный. Белиссими. 199, 200 евро. 200 евро получается, 199 евро, 50% распродажа. Грация. Айбек, какой цвет хочешь? Это фалконери, 100% кашемир внизу, вот это теплый. Сейчас как носить. И внутри это мех, пух, гусиный, натуральный, не синтетика. Какой цвет хочешь? Синий или коричневый? 50% распродажа. Ой, скуза. Девчонки, вышла только что из фалконери. Такие красивые вещи. Примерила наконец-то этот кардиган белый, оказывается 399 евро. Такая красивая пара. И примерила мои брюки. Как хорошо, что я послушалась китаянку. Я хотела еще покороче укоротить. Она сказала, давай чуть-чуть это на 2 сантиметра больше сделаем, длиннее. И она правильно, вот все-таки, вот кто профессионалы, они вот молодцы, да, профессионалы. Она все правильно угадала. Хорошо, что я примерила еще раз при ней. И прямо тютелька в тютельку мне ушила правильно, чтобы ходить можно было пешком. Как мне нравится эта женщина элегантного возраста. Она всю жизнь такая элегантная. Такая элегантная. И я такая довольная, что я послушалась ее. Юля, Юля, спасибо, что вы мне посоветовали укоротить эти брюки. Что они будут висеть в этом шкафу 100 лет? Такие сейчас снова в моде широкие брюки классические. Именно с кроссовками носить, без каблуков. Смотрите, как классно. Теперь бегу обратно к Мелиссе.
Так, уменьшим ракурс. Да. Бегу к Мелиссе. Вы знаете, даже с этой белой блузкой, вот не помню даже, что за марка. Это такая марка Альберто... Нет-нет, Альберто... Альберто Ферреци? Нет-нет, как-то вот я в Венеции покупала около Сан-Марко. Бутики, где Москина, Альберто Ферреци и все такое. Ой, если сейчас еще внизу надеть эти черные туфли, лодочки от Валентина, вообще будет красиво, даже можно идти на ужин и на вечеринки в этом луке моем. Я очень довольна. Спасибо, Юлия, Юля, за совет. А я все не догадывалась даже. Боялась испортить красоту брюк длинных.